И прежде чем мы пойдем дальше, я думаю, мы должны ответить на один вопрос. Греховен ли сам процесс искушения? Если кто-то из вас вовлечен в молодежное служение, то тогда для вас это очень важный вопрос. Насколько я помню себя, когда я рос в церкви, еще до того, как я получил богословское образование, до того, как я мог во всем этом разобраться, я слышал так много предостережений от учителей воскресной школы о том, что нужно остерегаться греха и что нужно остерегаться искушений, что нельзя позволять искушениям появляться на пути, и создавалось впечатление у меня и у других молодых людей, что не только грешить плохо, но и быть искушаемым также греховно. И в результате всего этого очень многие молодые люди полагали, что когда они были искушаемы, они уже согрешали, и они полагали, ну, если грех уже совершен, то почему бы не пойти дальше и не совершить сам грех? Я уже не буду более виновен, чем уже стал. Если вы когда-либо сталкивались с молодыми людьми, кто так считают, или вы сами так считали, будучи молодыми, то тогда, я думаю, вы понимаете, почему так важен этот вопрос. И очень важно задавать этот вопрос, особенно беседуя с молодыми людьми, потому что ответ — нет, и люди должны знать об этом, чтобы, когда они встречаются с искушением в своей жизни, они не сдавались, говоря, «Ну что ж, я уже согрешил, но почему же я говорю, что нет? Искушение само по себе еще не грех». Но, во-первых, потому, что я вижу записано в тексте Писания, в 14 стихе, Иаков пишет об искушении, но он называет само искушение грехом. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. И разве сам этот процесс не греховен? Нет. Потому что в 15 стихе мы читаем, «Похоть же, зачав, рождает грех». Получается, если человек просто искушаем, он не обязательно согрешил. И именно так. Искушение — этот процесс, и в какой-то момент этого процесса рождается грех. Но если грех не рождается, то в тот момент, когда начинается искушение, этому греху можно противостоять. Разве не так? И вот представьте, если вы искушаемы, и вы не противитесь греху, вы еще не сделали никакого действия, но уже в своих мыслях решили, что да, я бы это сделал, если мог. И если так, вы можете сказать, ну, я уже виновен, я уже решил это делать, ну, отчего ж тогда уже и не сделать, раз я уже виновен? Что ж, нет, плохо, что грех уже был зачат, но он еще не был рожден. Есть разница, совершили вы это действие или нет, если процесс был остановлен в ваших мыслях. Быть может, речь идет об убийстве. Вы составили даже план убийства, но потом в какой-то момент подумали, что ж, на основании Писания я уже виновен в убийстве, поэтому пойду и застрелю человека. Мы все скажем, подождите-ка. Да, ты прав, ты виновен в грехе, твое намерение греховно. Но грех имеет не только вертикальную составляющую. Он не только влияет на ваши взаимоотношения с Богом, но также имеет и горизонтальную составляющую. И если вы прервете этот процесс до того, как ваш грех станет очевиден и публичен,
то да, вы совершите грех в Божьих очах, но во всяком случае не навредите окружающим людям. Хорошо, давайте подытожим. Первая причина, почему процесс искушения не является грехом сам по себе, в том, что Иаков, говоря об искушении, описывая этот процесс искушения, говорит о том, что грех рождается в какой-то момент, до которого искушение не является грехом. Вторая причина, почему мы говорим, что искушение само по себе не обязательно греховно, в том, что Иисус был искушаем, но Писание говорит о том, что Иисус не совершил никакого греха. А если так, то процесс искушения сам по себе не является грехом. И вы помните, когда мы с вами рассуждали о доктрине непогрешимости Христа, тот факт, что две природы взаимодействуют во Христе в полной гармонии, делает невозможным для Иисуса согрешить. Он не мог поддаться искушению. Хотя это не означает, что искушение было мнимым. Он был искушаемым. Мы с вами говорили о прошлых лекциях, каково было Иисусу размышлять о кресте, о страданиях на кресте. Иисус не говорил, я там пробуду в могиле всего 3 дня, поэтому, больно не будет. Иисус знал, что ему предстоит претерпеть. И любой нормальный человек будет пытаться избежать подобных страданий. И мы видим, как тяжело Иисусу принять эти страдания в Гефсиманском саду. Понятно, что Иисус должен был выстоять, но искушение было подлинным. Согрешил ли Иисус, только лишь допустив мысль о том, что можно избежать крестных страданий? Писание говорит, нет. В послании к евреям мы читаем о том, что Иисус был подобен нам во всем, кроме греха. Поэтому мне представляется, что искушение само по себе еще не является грехом. Поэтому очень важно, чтобы мы доносили эту истину не только до молодых людей, но и до взрослых. И есть еще один текст Писания, который можно здесь процитировать. Он записан в послании к римлянам. И это очень важное место в Библии. Некоторые люди могут сказать, хорошо, я понимаю, искушение само по себе еще не грех. И человек не виновен в совершении греха только лишь, когда он искушаем. И есть ли надежда избежать грехопадения? Что ж, в Писании мы находим воистину благую весть. Послание к римлянам в 6 главе. Послание к римлянам, 6 глава, стих 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». А теперь давайте вернемся к 5 стиху. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха, точно так же, как если кто-то был рабом, после смерти он уже перестает быть рабом, так? Так о чем же здесь говорит Павел? Если вы верующие во Христа, то вы уже не рабы греху, что означает, что до того, как вы стали верующими, вы были рабами греху, были беспомощны сопротивляться греху. Но если вы познали Христа как своего Спасителя, то вы уже не рабы греху. Это означает, что вы не обязательно согрешите всякий раз, когда искушаемы.
И дальше, 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». То есть, считайте это уже законченным делом. То, что уже свершилось, таково наше положение. Теперь посмотрите на 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Но постойте-ка, ведь до этого было написано, что мы мертвы для греха. Как он может царствовать в моем теле? Зачем призывать меня, если я мертвый для греха? Зачем призывать меня не позволять греху царствовать? Потому что 11 стих говорит о нашем положении во Христе. Но наше положение во Христе не гарантирует, что наш опыт будет согласовываться с нашим положением. И поэтому в 12 стихе у Павла есть причина, по которой он написал этот призыв, не позволять греху царствовать в нашем теле и не повиноваться ему в похотях его. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И заметьте далее, «Ибо грех не должен над вами господствовать». Он господствовал над каждым человеком, не знающим Христа. Поэтому позиционно он уже не наш господин, и таковым он должен быть и на деле. Он не должен над нами господствовать. Почему? Потому что мы не под законом, но под благодатью. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, эта глава воистину благая весть для христиан. В послании Иакова мы читаем о том, что, будучи искушаемыми, мы еще не совершаем греха до тех пор, пока процесс искушения не доходит до определенного момента. В послании к римлянам мы читаем о том, что до этого момента и не должно доходить. А это означает, класс, что когда мы видим на своем пути искушение, то мы с вами не обязаны согрешать. Мы можем не согрешать, потому что грех уже не господствует над нами. Христос господствует. Когда мы были в рабстве греха, когда грех господствовал над нами, у нас не было выбора. Что может сделать раб? Он вынужден повиноваться своему хозяину. И если он не будет делать то, что повелевает ему хозяин, то у него большие проблемы. Но теперь грех уже не наш хозяин. Христос наш Господин, поэтому мы не обязаны грешить. Что ж, означает это тогда, что мы можем жить безгрешной жизнью? Теоретически, да, если мы всегда будем повиноваться Иисусу Христу, водительству Святого Духа, который призывает нас повиноваться Божьим заповедям. Но мы знаем на опыте, что порой мы не следуем за Богом, мы следуем за своей греховной природой. И благая весть в том, что когда искушение появляется у нас на пути, мы можем его избежать. Поэтому, будучи искушаемыми, не говорите, «Ну что ж, все, выбора нет, остается только согрешить». Противостоять греху возможно. Да, пожалуйста. Если неверующие рабы греха и не имеют выбора, то как они могут быть нравственно ответственными за свои поступки? Хороший вопрос. Как мы можем быть нравственно ответственны за свои поступки, если мы в рабстве греха и у нас нет выбора?
Что ж, я поставил бы под сомнение вторую часть вопроса, потому что в рабстве-то греха мы потому, что сами избрали там находиться, в Адаме, и затем уже по своей воле. И во-вторых, мы виновны, потому что даже несмотря на то, что в самих себе нет силы противостоять греху, будучи неверующими, мы такой силой не обладаем. Тем не менее, нет такого неверующего, который совершает грех против своей воли только лишь потому, что Бог или кто-то другой вынуждает его это делать. Все, что делает неверующий, он поступает согласно своей греховной природе. Если бы они пытались противиться, но кто-то заставлял бы их против их воли согрешить, вот тогда мы могли бы говорить, что да, они нравственно неответственны, но так как они поступают по своим похотям, то они виновны. Мы проясним этот вопрос, когда будем говорить о доктрине избрания и будем рассуждать, как эта доктрина согласуется со свободной волей. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.